Наяву она – преуспевающий бизнесмен, уверенно идущий по жизни. Во сне она – счастливая жена и мать. Но скоро грань между двумя мирами начинает стираться, грозя разрушением обоих. Это сон или реальность? От создателя «Западни» и «В постели с врагом» новый фильм лауреата премии «Оскар» Алена Берлинера. Деми Мур. В триллере «Две жизни».